Неповторимый проект, незабываемое зрелище, все цирковые жанры, титулованные артисты, шоу мирового уровня. Приморская столица, наконец, дождалась премьеру нового циркового шоу Гии Радзе и российской государственной цирковой компании «Пять континентов». Больше 100 человек труппы привезли 17 фур с оборудованием, костюмами и животными для феерического выступления на радость зрителям. Вам понравился? Да, очень. А какой номер больше всего на данный момент? Наверное, с медведями. Потому что они были милые и прикольные. Наверное, номер с лошадьми и медведями, потому что он был очень захватывающий. И даже из зрительного зала, можно так сказать, было страшно. Понравилось очень, только говорили, очень высокий уровень, очень красиво, выступление просто великолепно все. По словам Гии Радзе, шоу появилось 22 года назад во Владивостоке. Со временем все поэтапно развивалось, а затем появился Королевский цирк, труппа которого заслужила множество различных наград по всему миру. Очень долго готовились, очень сильно переживали, но мне понравилось, как сегодня прошло, мне понравилось, как воспринял зал, как зал реагировал на те нюансы, которые у нас были запланированы. Соответственно, не только трюки, потому что в цирке понятно, что трюк, его величество трюк, для этого и ходят в цирк, чтобы увидеть что-то, то, что обычные люди не умеют делать. Вот. Ну, это все облачено в костюмы, в музыку и должно составлять, иметь художественную ценность. Одной из особенностей трехчасового праздника стало появление на арене цирка тигров, леопардов, черных пантер под руководством заслуженных артистов России Натальи и Андрея Широкаловых. По ощущениям, что касается зритель потрясающий, всегда потеют ладони, и когда зритель встает и хлопает тебе стоя, конечно, что, допустим, у меня происходит, знаете, такие там бабочки, что ли, мурашки, и поэтому я очень благодарна владивостокскому зрителю, что он такой теплый и отзывчивый. Спасибо. Для зрителей Владивостока впервые представили поражающее воображение номер «Золотые рыбки». Это настоящий подводный мир с рифами, удивительными морскими обитателями, в гармоничную жизнь которого врывается рыбацкий корабль. Также особую любовь зрителей уже давно заслужил искрометный клоунский дуэт Лады и Александра Сарнацких, которые на протяжении всего спектакля развлекают и детей, и взрослых. Как тебе цирк? Нормально. Вообще одни эмоции. Одни эмоции, больше ничего нету. Ждем продолжения. Вы знаете, все прошло на одном дыхании. Вот и все. Даже и не заметил, как время прошло. Мне очень понравился цирк, и я и хочу еще. Замечательно, очень понравился. Ребенку тоже понравился очень. Нам очень нравится цирк. Мы всегда ходим на шоу Гии Радзе, каждый раз, когда он приезжает. Шоу Гии Радзе «Пять континентов» будет радовать жителей и гостей Владивостока до 4 сентября. Олег Завьялов, Анна Дьякова. Новости на Восьмом.